как ни играй, куда ни пойди, кто бы ни встретился нам на пути, весело тем, кто мир познает, смелее котики вперед! Мяу! Котики вперед! Ого! Это что, ковер-самолет? Нет, это обычный ковер в вашу спальню. Красивые цвета, правда? Но если он не летает, то что он умеет? Он закрывает пол. Смелее, котята, потрогайте, какой мягкий. А ты можешь его вернуть? Вернуть? Почему? Вам он не нравится? Зачем нам ковер, который не может летать? Тоже верно. Я верну его завтра же. Но прежде чем я его уберу, давайте сядем, и я расскажу вам сказку. Хорошо. Про Зибуляку. Зибуляку? А как ее зовут? Знаю! Джи-Джи Зибуляка. Жили-были на планете Зибуляк лучшие друзья Джи-Джи Зибуляка. Это я! И ее подруга Джу-Джу. Мы самые лучшие друзья в мире. Джи-Джи и Джу-Джу целыми днями были вместе и веселились. Они бегали по стенам и потолку, мигали антеннками и танцевали под музыку. Дили-дили-дам, Зибуляк наш дом. Мы смешные зибуляки, пляшем и поем. И летали по небу, делая крутые сальто. Но однажды Джу-Джу сказала: увидимся через неделю, Джи-Джи. Я уезжаю к бабушке. Но с кем мне теперь играть? Она может играть с нами. Да, мы будем дружить с Джи-Джи. Мяу-мяу, котики, вперед! Интересно, на этой планете есть звонки? Смотри, это Джи-Джи. Привет, гости с другой планеты. Вы хотите поиграть со мной? Ты читаешь наши мысли? Да, странно. Как ты это делаешь? Я очень рада новым друзьям. Давайте бегать по стенам и потолку. Мы так не умеем. Мы котята. Правда? О, что ж, не страшно. Вы любите танцы? Мы обожаем танцы. Хорошо. Тогда зажигайте антенки и станцуем танец Зибуляк! Дили-дили-дан, Зибуляк наш дом. Мы смешные зибуляки, пляшем и... Эй, что случилось? Так мы тоже не можем. Не можете? Но почему? Потому что мы котята. У нас нет антеннок. Да, понятно. Что ж, ладно. Тогда будем летать в небе. Ты сам ей расскажешь или мне сказать? Что расскажешь? Мы всего лишь котята. И не умеете летать? К чему мне такие друзья, которые даже летать не умеют? Мне бы хотелось играть с моей лучшей подругой Джо-Джо. Ой! Джи-Джи! Ты в порядке? Ты не поранилась? Я ударилась антенкой, рукой и ногой. А ты можешь так? Да. А вот так? Да. Интересно. Почему? Что это значит? Значит, ты можешь танцевать танец зибуляки. И правда, могу. Дили-дили-дан, Зибуляк наш дом. Мы смешные зибуляки, пляшем и поем. Дили-дили-дан, Зибуляк наш дом. Мы смешные зибуляки, пляшем и поем. Хоть вы и не можете всего, что может Джу-Джу, но мне все равно с вами хорошо. Наверное, это значит, что вы и правда мои новые друзья. Так Джи-Джи Зибуляка поняла, что главное в друзьях то, что они умеют, а не то, чего не умеют. Это была хорошая сказка. Я очень рада. А теперь вставайте с ковра, пора его возвращать. А это правда обязательно? Он такой мягкий и теплый. И цвета очень красивые. Это правда, но он не летает. Да, но на нем удобно сидеть и рассказывать сказки. Что ж, уговорили. Но в лунных ботинках по ковру не ходить. Катя, ага, поднимемся в домик. Давай, мартышка-малышка, я первая. Папа, лезь
лиса в домик сломалась. И порог у двери тоже сломан. Нам нужен новый домик на дереве. А этот придется убрать? А как иначе? Он сломан. Но я думал, что вы хотели сперва послушать историю. Да, последнюю историю, прежде чем убрать домик. Итак, это будет история про мартышку. Да, да, о-о-о, огромную мартышку. Которая ломает игрушки. Но оно не специально. Хорошо, большая мартышка. И как назовем историю? Придумал! Макси видит, Макси рушит. Жила-была большая мартышка по имени Макси. И жила она в маленьком городке. Однажды Макси играла с новеньким самолетиком. Ой, я сломала самолет! Случайно! Не страшно! Пойду в магазин и выберу новую игрушку. Приглянулось что-нибудь? Я возьму ее. Но вернувшись домой, Макси сломала и новую игрушку. О, надо завязать шнурок. О, это была случайность. Ничего. Пойду в магазин и куплю новую игрушку. Что-нибудь присмотрела? Я возьму его. Мячик. Его должно хватить надолго. Она не специально. Но когда мартышка вернулась в магазин за новой игрушкой... Прости, Макси, но у меня больше нет игрушек. Что же теперь делать? Ты думаешь о том же, о чем и я? Думаю, да. Давай отдадим Макси нашу машинку. Мяу-мяу, котики, вперед! Привет, Макси! Ты можешь поиграть с нашей игрушкой? Правда? Ого! Спасибо! Но должна предупредить, иногда я случайно ломаю игрушки. Просто будь аккуратней! Аккуратней! Ау! Ой, простите, тетя птица! Не переживай, Макси, я починю! Я ходила на курсы плотников. Ты думаешь о том же, о чем и я? Что я поломала на удивление много вещей? Нет, мы подумали, а что если починить все, что ты сломала? И почему я сама не додумалась? Удачи тебе, Макси! Чинить игрушки гораздо приятнее, чем ломать их. Знаешь, пап, а нам не обязательно ломать домик на дереве. Да, мы его починим. Чудесная идея, котята. Но нам точно стоит сломать наш дом и построить огромный замок. Пошутили! Ты готова, Катя? Моя новая флейта! Ой, да я попробую. Дети, вы напоминаете мне моего друга-заклинателя змей, Чарли Чародея. Кто такой заклинатель змей? Тот, кто играет мелодию, от которой змеи в восторге и пускаются в пляс. Ча-ча-ча! Давайте я расскажу вам историю про него. О, я знаю, как мы ее назовем. Очаровательная история. Когда-то Чарли Чародей и его верный друг Сэмми выступали на улице.
Год за годом Чарли играл на флейте, а Сэмми танцевал, пока однажды... О, Чарли, мне так надоело! И мне, Сэмми, и мы больше никому не интересны. Нам нужен новый номер! Да, что-то современное и веселое. Посмотрим-ка. Барабаны и плюс. Туба-труба-дуба. Гобой с собой. Серьезно? Нашел! Супер-пупер-флейта! Мастер очарования! Сотни различных песен, сотни разных заклинаний! Я беру! Ого! Какая быстрая доставка! Супер-пупер-флейта! Сами мы покорим весь мир! Инструкция? Ха! Что тут сложного? Просто выбери песню и дуй! Ого! Ничего себе! Эй, а можно мне? Конечно! Смелее, Чарли! Такого я раньше не видел! Хорошо, только выберу другую песню. Похоже, это очень весело. А какое заклятие сработает на котятах? Хочешь это выяснить? Да! Мяу-мяу, котики, вперед! Мистер Чародей, можно мне? Разумеется. Лучше отойди, малыш, если не хочешь быть заколдованным. Как здорово! Интересно, она мне сработает? Давай, попробуй! Юдалей, 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 хи-хи, юдалей, 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 ху-ху, юдалей, 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 хи-хи, хи-хи, ху-ху, ху-ху. Папа, прошу, помоги, Котя! Юдалей, 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 хи-хи, юдалей, юдалей, чтобы снять заклятие, просто подуйте в противоположный конец волшебной флейты. Юдалей, 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 хи-хи, юдалей, юдалей, хи-хи, ху-ху-ху-ху. Юдалей, 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 хи-хи, юдалей, юдалей, ху-ху-ху. Юдалей, 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 хи-хи. Юдалей, 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 хи-хи, юдалей, 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 ху-ху. Юдалей, юдалей. Концерт окончен. Простите меня. Дай-ка мне инструкцию. Да, и прочитайте ее, прежде чем снова играть. Внимание! Заклинание Йодля держится несколько недель! Ой! Ну скажите мне, вы прочитали инструкцию к своей флейте или поступили как Чарли? Вообще-то... Я понял! Я не собрал вместе все детали, как сказано в инструкции! Так-так-так! О? Я пошутила! Котятки, я нашел доску для шашек, но не могу найти сами шашки. Ничего страшного, дедушка. Давай придумаем историю вместо игры. Хорошая идея. Все, что нам нужно, это наше воображение. А история про принцессу Белочку, которая прячет вещи. Белки всегда все прячут. И как назовем историю? Я знаю. Спрятать не найти. Давным-давно принцесса Белочка готовилась искать орехи со своим поваром Петей. Но кое-что ей надо было спрятать перед уходом. Например, ее любимые соленые огурцы. Не огурцы. Мою корону и мой драгоценный редкий орех Смешуля. Она переживала, что кто-то может их взять, пока ее не будет. Поэтому она закопала их. Супер! Здесь их точно никто не найдет. Ни за что! Все на борт! Пока-пока, мои друзья! Когда мы вернемся, устроим
ореховую вечеринку? А я приготовлю гору ореховой лапши. Да, с соусом из ореха смешули. Это очень вкусно. После месяца ореховых поисков принцесса Белочка и повар Петя вернулись с огромным и тяжелым мешком орехов. Что вы говорите? Самое время тебе приготовить лучшую в мире ореховую лапшу. Соусом из ореха смешули. О, точно! Как я могла забыть? Я сейчас вернусь с моим орехом смешулей. О, где мой орех смешуля? Я забыла, где спрятала мои сокровища. Помогите! Принцессе Белочке нужна помощь. Мы будем охотниками за сокровищами. И помочь принцессе Белочке найти орех смешулю. Мяу-мяу, котики, вперед! Мы поможем тебе найти сокровища. Вспомни о том, как ты прятала сокровища. Я спрятала орех смешулю с короной. А, моя корона! Она нужна мне для вечеринки. Не переживай, принцесса. У нас есть карта. Что? Карта. Она показывает, где мы. Смотри, мы здесь, рядом с замком. Здесь озеро, здесь мост и пещера. Давайте начнем наши поиски здесь, рядом с озером. Нашли что-нибудь? Кошмарный запах! Давайте поищем в другом месте, например, рядом с мостом. Что вы нашли? Что-то тяжелое. О, это всего лишь сундук с золотом. Давайте посмотрим в пещере. Где это мы? Найди ореховое дерево на карте. Я его не вижу. Потому что раньше здесь его и не было. Мой орех смешуля превратился в целое дерево. Дай мне лопату. Моя корона. Теперь у тебя куча орехов смешулей. Петя, это самая смешная гора ореховой лапши. В следующий раз, когда прячешь что-то ценное, отметь место на карте большим крестом. Хорошая идея. И что ты отметила? Место, где я зарою карту. И с этого момента принцесса Белочка больше никогда и ничего не теряла. Замечательная история. Теперь мы можем поиграть в шашки. Но у нас нет шашек. Нет, есть. Прямо здесь. Где мы их всегда прячем, в целости и сохранности. Почему же вы мне не сказали? Потому что мы любим сочинять с тобой истории. Надо бы записать эту историю, чтобы не забыть. Котя, давай поиграем в салки. Давай. Ты водишь. Хорошо, я начинаю. Стой, ты должен сперва завязать себе глаза. Такое правило. Нет, я так во что-нибудь врежусь. Может быть, тот, кого догоняют, будет прыгать на одной ноге? Нет, мне не нравится это правило. А мне не нравятся твои правила. И что? Моя игра, мои правила, Котя. Как насчет такого правила? Перед тем, как играть, придумываем историю. Но это моя игра. А история про что? Как насчет истории про маленького кролика, который любил придумывать правила? Прямо как я. И мы назовем эту историю «Давай играть». Жила как-то миленькая крольчиха по имени Тина. У нее было много игрушек. Великолепных игрушек. Реактивный пони. И кукла, которая всех любит. Я люблю тебя очень. И модный мяч Хохотун. Хотите поиграть с моим хохочущим мячом? Нет, спасибо. И я нет. Да ладно, будет весело. Ты так всегда говоришь. Не понимаю, как можно не хотеть играть в такой мяч? Я бы точно поиграла. А давай поиграем. Мяу-мяу, котики, вперед!
Мы бы хотели поиграть в твой мяч-хохотун. Можно я начну? Стоп! Я должна объяснить вам правила. Сначала подбрасываете его, потом ловите и кидаете следующему игроку. Идет! У меня есть идея! Мы можем крутиться, пока мяч в воздухе! Стоп! Почему? Это весело! Нет! Мой мяч, мои правила! А мне не нравятся твои правила! Мне тоже! Хотите, угадаю? Мой мяч, мои правила! Как ты узнал? Да она всегда так играет! Но почему только она придумывает правила? Это же как твои правила с повязкой! Но это смешное правило! Ха! Может быть, для тебя? Я поняла. Хотя бы тебе нравятся мои правила. Лови! Я люблю тебя очень. Я тоже очень люблю тебя. Но ты ужасно ловишь. Зато мы хорошо ловим. Мы поиграем с тобой. Но только если мы все будем придумывать правила. Ну, мои правила веселые. Может быть, для тебя? А игра должна быть веселой для всех. Хорошо. Какое правило ты хочешь добавить? Ну, выигрывает тот, кто придумает самое смешное движение. Я первая. Ты должна покрутиться. Попрыгай на одной ноге. Оп, 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 оп. Крутим, вертим попой. Крутим, вертим попой. Крикни кукареку, кукареку. Кукареку, кукареку. Сделай смешное лицо. Как тебе такая игра, Тина? Это и вправду очень-очень весело! Поиграем еще? Да, давайте играть! Хорошая история, мама! Может, мы снова сыграем в салки? Ты можешь придумать правила, если хочешь. Я придумала. Кого Вода догнал, того должен пощекотать. Отличное правило! И ты водишь! Ну все, сейчас поймаю! Привет, котятки! Как погуляли в парке? Да, вроде неплохо. Что стряслось? На нашего друга напал задира! На друга, да? Жалко. Эй, а я знаю историю про динозавра, которого задирали. Хотите послушать? Да, вдруг это поможет нашему другу. А как назовем эту историю? Как победить задиру? Однажды жила-поживала динозавриха по имени Трикси, которая любила ходить в Диноленд и кататься на Диногорке. Да, она начиналась на голове длинной змеи. Смотрите, я на Диногорке! Эй, я хочу кататься на горке! Слезай, длинноносая! Что? Я сказал, прочь! Йо-хо! Вот бы кто-нибудь заступился за меня! Что, по-вашему, Трикси может сделать котята? Мы ей поможем, мам! Да, мы станем смелыми пещерными котятами! И защитим ее от динозадиры! Мяу-мяу, котики, вперед! Не плачь, Трикси! Я Дина Котя! А я Дина Катя! Мы защитим тебя от задиры! Правда? Правда! Ящерица-переросток нам не указ! Да! Мы отправим его погулять! Неужели? Ужели!
Проваливайте, пушистики-коротышки! Спасайся, кто может! Трикси, дорогая, что стряслось? Кто-то обидел тебя в динопарке? Нет, мама. Мы с друзьями просто устали от яркого солнца. И слишком зеленой травы. А Барт совсем ни при чем. Этот Барт что, вас задирает, дети? Нет. Не, совсем. Да. Немного. Он злодей. Жаль. А можно я кое-что посоветую? Да, мама, конечно. Ну хорошо, номер один. Играйте в группе. Задиры боятся толпы детей. Что еще? Игнорируйте нападки Барта. Не подавайте виду, что он вас обижает. Да. Что еще? Посмотрите Барту в глаза и скажите: прекрати. Это мы можем. Смотрите-ка, мини-мисс Трицеропопс и ее мини-копия пришли за добавкой! Прекрати! Да, нельзя так себя вести! Нам твои нападки не указ! Не обязательно было грубить! Но ты ведь грубишь, Барт, всем подряд! Все потому, что у меня нет друзей. Никто со мной не играет и не болтает. Поэтому приходится запугивать, чтобы заметили. Эй, Барт! А хочешь поиграть с нами в салки? Серьезно? Вы приглашаете? Это было бы классно! Хорошо, но при одном условии. Ты водишь! Вернитесь, я вас поймаю! Вам не уйти! Не поймали! Неужели? Поймал! Ты водишь! Скорее! Спасибо, мам. Отличная история. Мы, пожалуй, пойдем погуляем. Да, попробуем применить твои советы на задире. То есть передать эти советы своему другу, так? Так. Спасибо, мам.